что думала, вдруг ты будешь ругаться. А мой парень непростой, он сидит уж год шестой, у него пуля в пушке для твоей черепушки. А мой парень татарин, в любви авторитарин, у него пуля в пушке, ты у него на мушке. Еще я до сих пор забираю свои новогодние подарки. И в этот раз я получила подарочек от Кабанчик. Сейчас скорее давайте посмотрим, что внутри. Всем привет, ребята! И если вы еще не видели мой последний пост, то обязательно заходите на страничку, читайте, потому что там я задала для вас вопросик, на какую же песню мне снять кавер. И на данный момент самая популярная — это Камила Кабелла Хавена и Анда Тила «Там, где мы». Я просто обожаю черные вещи. Мне кажется, что они самые стильные, универсальные. И, в общем, у меня когда-то был мой любимый костюм от Кабанчик черного цвета, но он, к сожалению, стал маленький. И вот мне Кабанчик подарил еще один черный костюм. Спасибо, он крутой. Да, на улочке немножечко дождливо. Совсем капельку. Девчина, ты бы... Девчина, пожалуйста! Тихо! Пожалуйста, я вас умоляю! Всем привет! Ребят, я шучу. Конечно же, я сейчас пойду и все быстренько уберу в своем шкафу. Ребятки, у меня есть очень плохая привычка, с которой я стараюсь справиться. Она называется бардак. Ну, или творческий беспорядок. В общем, чтобы это все убрать, или чтобы это все не мозолило вам глаза, просто закройте шкаф.